Скромные, неразговорчивые, серьезные. Они немного стесняются камер, зато на ринге выкладываются на все 100. Однажды, взяв в руки боксерские перчатки, они полюбили этот вид спорта навсегда. Старательно отрабатывая каждое движение, ребята с трудом скрывают волнение. Ведь каждый мечтает стать участником шоу-бой. Большой старт, площадка, где можно научиться новому, а главное – побороться за возможность выйти на один ринг с олимпийским чемпионом Мишей Алаяном. Любые соревнования, они все равно дают какую-то пользу, независимо от того, что он проиграл или выиграл, он все равно от этого получает пользу. Если боксер неподготовленно вышел на ринг и не проявил себя в этом бою, он уже потом же будет осознавать, что так выходить в таком состоянии не стоит. Лучше тогда вообще не выходить. Ну и дополнительно все равно он освоил для себя, что как надо себя вести на ринге. Шоу-бой – это не только красивые бои, это и невыдуманные истории кузбасских парней, каждый из которых мечтает стать чемпионом. Новокузнечанину Курбану Раджабову всего 13, но он уже выделяется из толпы мальчишек. Целеустремленный парень пошел по стопам отца, мастера спорта по боксу. И у него уже есть команда болельщиков во главе с мамой. Она, конечно, боится за сына, ведь бокс травмоопасен. Но видя, как ее мальчик пересматривает лучшие бои Майка Тайсона, женщина не может сдержать улыбку. Я говорю, на все это деньги надо туда-сюда. А он же историю читает, ну, смотрит на телевизор. Мама говорит, Тайсон был бедный. Тайсон был бедный, говорит. У него мама одна воспитала его. И то он, говорит, сам по себе, говорит. Потом уже тренер нашел, говорит. Я тоже, говорит, у нас, говорит, денег нету. Я стараюсь, чтобы идти сам по себе. Потом уже, может, тренер найду. Участие в проекте дарит этим ребятам уникальную возможность встретиться с такими мастерами, как Юрий Арбачаков, Григорий Дрозд и Миша Алаян. Уже в четверг в эфир телеканала «Мой город» выйдет очередная серия «Шоу-бой». Последний этап отборочных туров прошел в областном центре. Кто из кемеровчан войдет в пятерку лучших, узнаете уже через несколько дней. И это только начало. Впереди еще много интересного. Сейчас ринг пуст, в зале тишина, но еще совсем недавно здесь страсти разгорались не на шутку. Четыре команды из Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска и Прокопьевска сразились за звание лучшей школы бокса. Узнать результаты поединков уже вскоре можно будет в эфире телеканала «Мой город». Шоу-бой продолжается. Полина Егошина, Эдуард Артеев. Новости моего города.